Ну что, представитель Чехии, да? Михал Бжезина, да, который сказал, что Евгению Плющенко пора увидеть, как мы займем его место. Он должен наконец-то закончить свою карьеру. Мы все его уважаем, но мы готовы доказать, что в Европе много классных фигуристов, которые сейчас катаются лучше его. Посмотрим. Амбиции в словах есть. Сейчас посмотрим, как они будут в катании закреплены. Четвертая сальто. Сороковое падение. Нет. Нет, не пошло сегодня. Да, это не Фернандес. Хотя амплитуда была высокая. Хороший, да, очень высоко взлетел. Еще один четвертый сальто. А, нет, это чисто. Вот еще один 14, да? Да. Есть, не коснулся руки. Не коснулся, сами. Да. Каскаде. В конце программы это дорогого стоит. Все практически отпрыгал. Пронзатель в двойной тулуп. Да, финальное вращение сейчас. Нет, ничего не вращение. Жалко, скорости чуть не хватает во вращении. Дорожка. Ну, это хореографическое. Убрали одну дорожку, сделали попроще, хореографическое, с фиксированной стоимостью. Только зависит от того, сколько плюсов поставит судьи. Уже мышцы забиты, да? Как он всадился в волчок. Да, уже. Да, по голове, что уже. Ведь смена, устал, видите, устал, видите, устал, такая, устал, все, да, устал. Еле дышит, выдохся. Знаете, ну очень эмоциональная программа, очень много движений рук, конечно, сбивает дыхание, да. Это понятно, но... Корпус очень много. Много, да, руками движения, грудная клетка работает сильно очень, поэтому
устал, он подустал к концу. Но чем взять? Вот у него такой стиль, знаете, у него все программы практически в таком стиле, он уже к этому привык, катается именно в этом стиле. Я когда-то подумал, смог бы он катать программу Фернандеса, наверное, не смог бы. Чарли Чаплина? Да, Чаплина. Я думаю, что он бы не смог. Не получил. А просто подумал, может быть, вот стиль какой-то ему даже, может быть, пошел. Ему что... надо попробовать поставить какую-то характер. Вот эта техно-музыка, она тяжеловата. Тяжеловата, да. Она его подгоняет. Ну, это Эннио Морриконе, вот эта вот технообработка Эннио Морриконе, тема из фильма «Неприкасаемые». Конечно, очень хочется ему, чтобы поставили что-то характер. Ну, Чарли Чаплин – это характерная программа, да, и вот действительно показать какие-то артистические способности. Потому что да, все одно да, и то да, же катается. Да. Все программы, движения, руки – все одно и то же. Поэтому и судьи, конечно, хотят увидеть от него разнообразие, потому что фигурист разнообразный, как-то, будем говорить так грубо, больше ценится. Но он тренировался у Карла Дивина, у Карла Файфера, у Петра Старица. И вот сейчас он работает в Америке, в Хакенсаке, у Виктора Петренко, знаменитого в прошлом, ну, скажем так, нашего фигуриста. И хореограф... Украинского фигуриста. Ну, с Союзом выступал за СССР. Выступал за Союз, да, и вырос в Советском Союзе. Школа-то была практически одна. Хотя, конечно, украинская школа славилась. Я согласен, да, у меня Александр машет рукой, я согласен, да. Все-таки украинская школа с Галиной Змеевской, да. Загороднюк. Потом, нет, ну я из тренеров. А, да. Галина Кухар, да. Змеевская, да. И... Танцоры хорошие были, ребята. Танцоры были, да. И боюсь, соврать, по-моему, Николаев тоже там тренировал. Да. Николаев тоже тренировал. Николаев тоже тренировал. Ну, как раз Виктор Петренко довольный этим прокатом. Ну что же, посмотрим сейчас. У нас, если судить по результатам произвольной, Кофту 152 балла 1 сотых и Фернандо 186,7. Дотянуться до Фернандеса невероятно. Жубер 148,54. Это по произвольной. Ну а по общей сумме сейчас Фернандес первый, Жубер уступает ему, господи, 42 балла уступает Жубер Фернандесу, 42 балла, 163,68, а могло ведь быть еще больше? Без падения, да. Он сейчас становится вторым. Вторым, да. Он второй. Здорово. Он будет в медалях. Вопрос, с какой медалью он отсюда уедет? С серебряной или бронзовой? Сейчас все зависит от Флорана Амодио. Флоран Амодио.